Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в симулятор автомобиля. И сегодня мы снова попытаемся поучаствовать в гонках. На этот раз я врубил на всякий случай интернет, так что периодически будет вылезать реклама. Придется потерпеть, но, может быть, мы сможем наконец поучаствовать в обычных гонках. Я не говорю сейчас про сетевые гонки. В сетевых, понятное дело, нужен обязательно интернет. В прошлый раз у меня игра просто зависла при загрузке, когда я попытался погонять на обычных гонках. Возьмем, естественно, Весту. Вот здесь вот она появилась, да, как многие писали, но я уже и сам догадался. Здесь дополнительный гараж, куда умещается наш остальной транспорт, так что места всегда будет хватать. Залезаем в тачку и погнали, друзья. Поехали, попробуем поучаствовать снова в гонках. Если игра зависнет, я даже не знаю, что еще попробовать. Попробуем в сетевых тогда гонках поучаствовать, может быть, хотя бы в сетевых ничего зависать не будет. Так, разворачиваемся. Вылезла реклама, друзья, и теперь у меня руль сам закручивается. А, вот все стабилизировалось, кажется, я врезался куда-то в какую-то трубу. Здорово. Так, разворачиваемся. Давайте сейчас остановимся где-нибудь вот здесь вот и оценим теперь ущерб. Наша машина теперь не так идеально, наверное, выглядит, скорее всего, осмелюсь предположить. Или нет, ни единой вмятины. По крайней мере, ночью не особо заметно. Вечером. Вмятин я вроде как не вижу. Даже фары, по-моему, целы. Короче, сейчас для того, чтобы участвовать в гонках, нам придется... Ну, класс, конечно, капот открывается. Потратить немного денег, небольшое количество. По-моему, там 200 монет или около того. Это взнос для участия в заезде. Так, нам сейчас нужно будет повернуть направо, и мы уже приедем. У меня задняя была воткнута. Ну, давайте попробуем. Может быть, у меня просто зависла один раз игра. Может быть, и не обязательно нужно было интернет включать. Может, мне просто в прошлый раз не повезло. Так, меток я, кстати, не вижу. Может быть, ночью в заезде участвовать нельзя? Или что происходит? Почему я не могу теперь вообще участвовать в гонках? На карте метки есть, но на дороге, смотрите, ничего абсолютно. Так, а есть где-нибудь еще обыкновенные гонки? Да, есть еще, друзья, вот в том городке. Ладно, погнали туда. Погнали в северный городок. Пока доедем. Может быть, ночью нельзя гоняться, не знаю. Пока доедем, в любом случае, будет уже день. Так, не туда повернул. Может, там у нас хоть получится поучаствовать в гонке. Так, а вот реклама, друзья. Но это еще нормально. Но, тем не менее, если вы в это время куда-то поворачивали, то у вас выкручивается руль и остается в том положении, в какую сторону вы поворачивали. И это немного раздражает, откровенно говоря. Реклама очень часто. Вот поэтому я играю без интернета. Мне кажется, с рекламой они все-таки переборщили. Каждые 2 минуты, наверное. А то и еще чаще. Так, поворачиваем сюда. И будем сейчас уже передвигаться постепенно к северному городу. Попробуем там поучаствовать в гонках. Можно, кстати, женщину подвести, но это опять надо за ней возвращаться, забить, короче. Не получим мы сегодня очередных 700 монет. 4500 и так нормальная сумма, на самом-то деле. Можно перекрасить все тачки, немного внешнего тюнинга добавить и по мелочи. Так, мне говорили, кстати, если я проеду мимо копов, то даже несмотря на этот значок ограничителя скорости, я могу уже разгоняться. Ну-ка, давайте попробуем. Вот я сейчас втопил. Значок красный. Штрафа вроде не дали. Действительно, можно не дожидаться, пока этот значок пропадет. Можно сразу же втопить, как только вы проедете гайцов. Так, кстати, не рассвело до сих пор, как ни странно. Обычно он очень быстро пролетает. Но не в этот раз. Так что, наверное, мы заедем в банк тогда, снимем там еще немного бабла, там, по-моему, 400 монет дает. Чисто для того, чтобы убить время, если мы сейчас в заезде не сможем ночью участвовать. Так, нам нужно налево поворачивать. Давайте посмотрим. Я метки, опять же, никакой не вижу здесь. Да, похоже, друзья, ночью вообще гоняться нельзя, как ни странно. Обычно все стритрейсеры как раз там ночью и гоняются. Ладно, подождем в таком случае утра. Вот как раз уже рассвет. Давайте здесь тормознем, снимем немного деньжат. Можно вырубить уже свет. Я, кстати, не блокировал двери. И даже, друзья, случайно не открыл их. Так, сколько там монет? 500 монет даже. Нормально. Ровно 5000 у нас есть, друзья, теперь.
небольшие просадочки. Наслаждаемся рассветом. Машина, успокойся. Так, и вон, по-моему, метка появилась. Или нет, или это не гонки. Так, ладно, в любом случае уже рассвело. Мне кажется, мы можем туда подъехать и посмотреть, что изменилось. Так, надеюсь, я не перекрываю никому движение, разворачиваюсь здесь. Да, никого нет, действительно. Так, гонка... Нет, гонка не здесь. А это что тогда? В таком... А, это тачка, это Приора, которую мы попозже заберем. В следующей серии, скорее всего. Ладно, давайте сгоняем в ту часть, где должна быть метка. Может, у меня забаговался и придется перезаходить. Нет, по-прежнему метка отсутствует, друзья. Может быть, на Весте нельзя гонять, просто в гонках участвовать вообще. Метки нет, как вы видите. Либо это баг, я не знаю. Почему мне не дают, блин, поучаствовать хотя бы в одном заезде? Я просто хочу посмотреть на весь контент, который присутствует в игре. Ну, давайте попробуем взять Ниву, например. Или, я не знаю, может быть, начальную тачку. Может быть, стоит взять восьмерку. И тогда все сработает. Не знаю, друзья. Давайте попробуем рестартнуть. Или выйдем в меню. Давайте перезайдем. Выйдем в меню и зайдем обратно в игру. Попробуем опять поучаствовать в гонках именно в первом городе. Потому что в северной тащиться вообще никакого желания нет. Так, а как мне забрать другую тачку? Мне, видимо, нужно подъехать к тем гаражам. Только потом поменять машину. Не знаю, могу ли я там где-то припарковаться, потому что места у меня, по-моему, там не осталось вообще. Так, надо вспомнить, где тот гараж. Нам по прямой. Давайте возьмем другую тачку и попробуем на начальном автомобиле поучаствовать в заезде. Пожалуйста, игра, просто пусти меня на один заезд. Потом можешь вообще убрать эту функцию. Я хочу один раз хотя бы взглянуть своими собственными глазами. Итак, я подъезжаю к нашим гаражам, но они закрыты. А нет, вот они открываются, друзья, к счастью. Причем, на самом деле, одно место у нас осталось. Почему бы сюда Весту не загнать? Видимо, это место исключительно для Приора. Скорее всего, так и есть. Попробуем на ней поучаствовать в заезде. Топливо есть. Вот сейчас только стемнеет. Вот это будет дерьмо. Хотя, может быть, на этой тачке мы можем и ночью участвовать в заездах. Сейчас посмотрим. Может быть, все у нас так и не получится, друзья. И все это зря делал. Катался туда-сюда. Исключительно для того, чтобы попробовать поучаствовать в гонках. Так, ну... Я не вижу, да. Меток снова не видно, друзья. Не знаю, в чем причина. Может, убрали эту функцию вообще из игры? Меток никаких нет. Даже несмотря на то, что я поменял машину. И сейчас день. Дневное время суток. Похоже, никогда мы не сможем поучаствовать в гонках. Может быть, если удалить и установить только игру, переустановить ее полностью, тогда мы сможем снова попробовать поучаствовать. Но наверняка игра... Опять же, зависнет. Не знаю, короче, друзья, в чем проблема. Давайте отвезем, наверное, женщину, заработаем немного деньжат. Я вон 700 монет уже отжал бомжа. Что поделать? Деньги сейчас очень нужны. Садись. Или можно было отвезти, кстати, груз. Там, в принципе, тоже недалеко. И больше получили бы бабла. Ну да ладно, раз уж взяли женщину. Давайте на Ниве ее довезем под конец. Короче, сегодня мы просто катались туда-сюда. Без пользы абсолютно. Вот это, наверное, самый обидный баг. Если это вообще баг, конечно. Может быть, мне просто теперь запрещено участвовать в гонках. Или, может быть, нужно проапгрейдить как-то тачку. Твою мать, друзья. Чего-то завафлил я на этот раз. Хотя и снижал скорость, но на тормоз не нажимал. 2000 монет, друзья. Штраф за превышение. Либо можно вернуться в меню. Знаете, я, пожалуй, не буду платить. Штраф такой. Вернусь в меню и посмотрим, где мы сейчас окажемся и снимут ли с нас бабла. Скорее всего, нет. Можно, видимо, отказаться уплачивать штраф, да, но при этом мы вернемся в стартовую локацию, обратно в гараж. Но зато, друзья, не пришлось платить. Блин, 2000 — это дикость. Если бы 200 монет, я бы еще понял. Небольшое превышение всего лишь. За что? За что? 2000. Ладно, забиваем на ту женщину. Давайте еще раз попробуем поучаствовать в гонках. Может быть, сейчас все нормализировалось. И мы теперь все же сумеем под конец поучаствовать. Хотя бы попытаться. Хотя бы до этого загрузочного экрана опять дойти, как и в прошлый раз. Так, тихо, мужик. Заворачиваем сюда. По-моему, в эту сторону нам нужно ехать.
Так, а вот и дамочка опять, друзья. Но мы проезжаем мимо нее. Теперь мы, хотел бы я сказать, заворачиваем, но нет, метки должны быть здесь. Они отсутствуют снова. Я думаю, нет смысла уже, если здесь метки отсутствуют, скорее всего, и в северном городе их тоже нет. Мы, конечно, в порт можем приехать, там сетевая вроде как гонка, но, скорее всего, и там метки не будет. По-моему, последний раз, когда я там находился, как раз там метки уже никакой не было. Да, видимо, в гонках можно поучаствовать только в начале игры. Я бы сейчас резетнул все, весь прогресс. Но мы какую-никакую сумму скопили. 5700 монет. Все-таки не хочется это бабло потерять. Плюс мы еще на краску потратились. Именные номерные знаки у нас. И все тачки практически нашли, кроме Приора. Мы ее тоже нашли, просто ее забрать нужно. Так что в конце нашего прохождения этой игры, когда мы посмотрим на весь контент, осталось прокачать полностью тачку какую-нибудь и также забрать Приору. Больше контента в игре, скорее всего, нет. Так что, когда мы все это сделаем, попробуем резетнуть весь прогресс. Так, главное сейчас штраф еще не получить. Попробуем перестановить игру, стереть все сохранения, и, может быть, тогда мы сможем наконец поучаствовать в гонке. Так, все, я думаю, можно выжимать. Сейчас уже штраф не должны дать. Главное, на этот раз не забыть, что мы везем груз, а не просто так катаемся. Целых полторы минуты у нас есть, и 800, уже 700 метров нужно всего лишь проехать. Я думаю, сейчас быстренько все сделаем, и 1000 монет, да, по-моему, мы за груз получим. За то, что отвезли его. Так, мы уже подъезжаем. Тут, кстати, трафик все-таки есть. Я думал, здесь машин вообще никаких не будет. А что они делают? Они просто останавливаются, твою мать. Нет, друзья, они не просто останавливаются, они разворачиваются. Доезжают в порт, потом разворачиваются и едут в противоположную сторону. Просто катаются, видимо. Так, 50 секунд у нас еще осталось. Вот сюда мы заезжаем. Главное сейчас случайно не упасть в воду. Так, заходим, нормально. В поворот. Так, подождите, а куда нам конкретно нужно спускаться? А, вот сюда, под кран. Я уж хотел объезжать. 30 секунд у нас еще есть. Времени вполне достаточно. Оставляем груз. А, 1500 нормально. Тогда вообще замечательно. Так, погодите, друзья. Вдали только что была метка, но она исчезла после того, как я подтвердил, что забрал бабло. Розовая метка была, все-таки она появилась. Но почему она исчезла? А эта розовая метка как раз-то мультиплеерный заезд. Да, похоже, я баг, видимо, словил. Вот, она то появляется, то исчезает, вы видели? Вот опять появилась. Что творится? Так, она пока, друзья, осталась. Неужели мы сможем хотя бы в сетевых гонках поучаствовать, попробовать? Погнали. 1500 монет. Попробуем, давайте, друзья, видеть ваше имя. Так, вводим спотман. Начать гонку. Посмотрим, хоть кто-нибудь найдется, кто будет участвовать тоже в этом заезде. Итак, друзья, я законнектился. Неужели? Что здесь вообще происходит? Какие-то монеты? Я приконнектился, но, по-моему, я здесь один, и нам нужно собирать монеты. Это не гонка, а просто сбор бабла. Или кто-то еще собирает. Не знаю, короче, друзья. Мы просто катаемся, собираем бабло. Неужели я вот эту вот сумму смогу получить? Я уже 4 косаря собрал. У нас есть 30 секунд еще. Так, тихо, заворачиваем. Аккуратненько. Собираем монетки и... Ёб твою мать, что происходит? Да, похоже, здесь еще один игрок есть, друзья. Не знаю, бот это или нет. Продолжаем сбор. На 7 косарей мы уже собрали. Так, вот здесь вот под краном. Берем. Не знаю, сколько наш соперник собрал. Потому что не очень понятно. 10 секунд осталось. Видимо, кто больше монет в совокупности соберет, тот, видимо, и победил. И получит эту сумму, которую собрал. Блин, пропустил монетку, давай последнюю. Мы выиграли, друзья. 8 косарей мы зарабатываем таким вот образом. Вот этого я не ожидал. 13 тысяч у нас теперь. Так, и машину я сдвинуть не могу вообще. По какой-то причине, может быть, надо просто залезть в нее заново. Да, все, теперь я могу.
И снова, прямо сейчас, мы снова можем участвовать в этой сетевой гонке. Мне понравилось, на самом деле, мне понравилось, друзья. Easy Money — это самый пока что быстрый способ заработать бабло. Не знаю, почему здесь эта метка появилась. Может быть, они просто рандомно появляются, хрен его знает, они всегда. Нам, может быть, повезло, но, к счастью, не зря мы отвезли сюда груз под конец, потому что я хотел уже серию заканчивать. И поучаствовали в сетевой гонке. Ладно, друзья, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.